С момента вступления в силу реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами накопилось множество жалоб от жителей Ленинградской области на несоответствие фактического накопления отходов с нормативами, установленными региональным оператором по обращению с отходами. Как мы уже говорили, по решению губернатора региона Александра Дрозденко, жители частного сектора временно перестанут оплачивать вывоз мусора до 1 февраля 2020 года. К тому моменту региональный оператор должен разобраться с установкой мусорных контейнеров. Теперь есть еще хорошие новости по этой теме. В конце 2019 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил пересмотреть тарифы и нормативы накопления отходов с учетом проведенных исследований реального накопления мусора жителями частного сектора. Итак, с начала 2020 года в Лужском, Приозерском и Выборгском районах плата за вывоз мусора для жителей частного сектора снизится на 12% и составит 331 рубль 28 копеек за все домовладение. Для жителей многоквартирных домов плата составит 5 рублей 60 копеек с квадратного метра. Ранее люди платили 375 рублей 44 копейки за домовладение и 6 рублей 35 копеек с квадратного метра в многоквартирном доме. Если эксперимент по снижению платы в трех районах пройдет успешно, он может быть распространен и на другие районы Ленинградской области. Кроме того, существенно снизились нормативы накопления отходов для промтоварных магазинов, аптек, кафе и автомобильных заправок.